Видео... Я говорю, я снимаю видео на фотоаппарат. Вот. Он и видео снимает, и это какое, и фото. Фото вообще хорошее, а видео такое среднее качество, короче. И вот в лесу, вот здесь вот темно, а он снимает, как будто светло. Непонятно. Ну, электроника работает по-своему. Здесь хочется заснять, как темно в этом в лесу, в Еловом. А получается, как будто в парке. Так вот. Да, это знаешь, надо, короче, это просто действительно с собой прям на шнурке на шее носить. Потому что, да, самое интересное все. Ага. Понятно. О. Ага. Понятно. Когда я еще маленький был, да, лосей. Понятно. Но здесь они вот ездят на этих, на снегоходах. Они, наверное, все задырье здесь в округе разогнали вот за субботу, с воскресенье. А так вообще их и подкармливают. Здесь кормушки стоят для лосей, для кабанов. Мы вот с Рогнеда гуляли и находили. Вот. Ну ладно. Ага, позвоню еще. Давай. Пока. Пойдем, Рогнеда, дальше гулять.